Сегодня взору каждого автолюбителя, проезжающего по селу Калинина, предстает руинированный храм. Храм Успения Божьей Матери, построенный аж в середине 18 века первым пензенским губернатором Филиппом Лаврентьевичем Вигелем. И село это тогда называлось Симбухово, а чудесный храм с богатейшим интерьером и лепниной в стиле рококо задумывался и в итоге стал местом упокоения нашего первого гражданского губернатора и его семьи. Вот именно здесь находился склеп, где он и был похоронен. История Филиппа Лаврентьевича интересна тем, что он был рожден в протестантской вере и, будучи протестантом, был женат на верующей православной женщине. И вот это обстоятельство, как потом выяснилось, и сыграло главную роль в истории этого храма. Дело в том, что Филипп Лаврентьевич очень сильно заболел и, будучи в беспамятстве, горячо любимая его супруга его миропомазала, то есть попросила священника провести обряд миропомазания для того, чтобы присоединить его к православию, потому что была уверена, что вечной жизни они должны быть вместе. Когда он излечился чудом от своей болезни, он принял решение, что он построит родовой храм, где и упокоится, именно вот здесь, в своем родовом селе, поместье Симбухово, где и упокоится вместе со своей супругой. Каменный храм с пределами во имя мученика Иоанна Воина и великомученицы Варвары построили довольно быстро, так как сам Филипп Лаврентьевич был по образованию архитектором. Однако, надеясь найти в этом месте свое вечное упокоение, первый пензенский губернатор не знал, что молитва о спасении его души здесь будет трагически прервана в годы безбожного лихолетия. И сегодня храм, ежедневно предстающий взору местных жителей и всех проезжающих, несет на себе те же раны, которые были оставлены на теле всей России. С 1932 года прекраснейшее когда-то здание использовалось в качестве зернохранилища. До 2005 года, после своего разрушения в 30-е годы и закрытия, Филипп Лаврентьевич в склепе находился именно здесь, но склеп, конечно, разрушался вместе с храмом. И вот в определенный момент, да, стал понятно, что любой может зайти сюда, не зная истории, не зная того, что здесь происходило в годы дореволюционной России, может разрушить это место и осквернить саму могилу. Поэтому в 2005 году Пензенской епархии были предприняты усилия, чтобы сами останки Филиппа Лаврентьевича сохранить, и сейчас, вот, до настоящего времени, они находятся в Пензенской епархии. В епархии же в 2020 году началась реализация комплексного проекта по сохранению духовного наследия Пензенского региона «Золотое кольцо Сурского края». Несмотря на то, что мы находимся с вами, как нам кажется, в руинах, и с первого взгляда очень страшно думать о том, как можно из этого создать великолепный храм, который будет радовать горожан наших и гостей области. Именно вот этот храм и послужил основанием к созданию, к благому начинанию по возрождению духовного наследия через создание проекта «Золотое кольцо Сурского края». Эта история, наверное, посещение одного из людей, который нам помогал воссоздавать Спасский кафедральный собор. Когда он увидел этот храм и услышал об ее уникальной истории, то поделился мнением, что в России сейчас существует очень много программ, которые занимаются возрождением таких руинированных храмов. И для нас это послужило основанием консолидации всех сил, которые трудились, каждый по своему направлению, и объединение этих усилий в единое целое. Вот 500 тысяч точек в секунду он снимает с определенным угловым
шагом, да, и, соответственно, получит изображение в объекте в виде миллионов точек. Я покажу, это будет даже наглядно на планшете видно. Вот. Также он делает панорамную фотографию, потом совмещает это облако. То есть оно имеет не только координаты, а еще там истинный цвет. Вот. Панорамные фотографии можно будет еще использовать в качестве панорамного там, фототура. В октябре 2023 года в рамках проекта «Золотое кольцо Сурского края» на территории храмов Калинина состоялось открытие региональной школы реставраторов с партнерским участием Союза реставраторов России. Мы решили сегодня сделать подарок. Мы отсканируем полностью объект культурного наследия, который будет передан строительному университету для разработки проектной документации. И в рамках разработки проектной документации уже будет понятны затраты на проведение восстановительных работ. На храм по внешним таким предварительным характеристикам, конечно, сильно пострадал за это время, но он имеет потенциал, его можно восстановить, и я так думаю, что восстановительные работы при серьезном подходе займут не такое уж продолжительное время, как вот мы разговаривали с отцом Николаем, что глаза боятся, а руки делают. Вот мы привезли лазерный сканер. Он позволяет создавать трехмерные копии реальных цифровых любых объектов. Да? Трехмерные копии, переводить их в цифровую среду с высокой точностью, с высокой скоростью. Совершенно любые объекты. В реставраторских работах достаточно широко применяется, вот, потому что позволяет производить обмеры достаточно быстро, достаточно точно. Вот, при этом не всегда контактным методом, куда нельзя залезть, да, и так далее. То есть безопасно, скажем так. Вот, в целом достаточно распространенно и выходит уже в стандарты отраслей. То есть при обследовании объектов культуры уже во многих технических заданиях указывается, что обмеры нужно производить именно таким способом. Во-первых, потому что они наиболее точны. То есть обмеры рулеткой, они оставляют долю фантазии. Когда у вас вы пытаетесь соединить, грубо говоря, в прямоугольник, не прямоугольник, это не получается, да, размеры искажаются, скажем так, ну, то есть геометрия плывет. Вот, здесь вся геометрия получается в трехмерном виде, полностью соответствует реальному объекту и может быть воссоздана с точностью до миллиметра. Вместе с представителями санкт-петербургской компании «Мидас» в Калинино приехали преподаватели и студенты архитектурного факультета Пензенского государственного университета архитектуры и строительства, которым представилась уникальная возможность перенять опыт профессионалов. Но сегодня очень важный день в истории этого как храма, как мне кажется, потому что сегодня мы выходим уже в практическую плоскость на высоком профессиональном уровне. К нам приехал почетный реставратор Санкт-Петербурга Сергей Николаевич Мидас, и мы надеемся, что с помощью новых подходов, это лазерное сканирование, это необходимый этап как со стороны профессионального, то есть для дальнейшего воссоздания этого объекта, так и необходимые условия привлечения внимания для общественности. Мы уверены, что с сегодняшнего дня, открывая школу реставраторов этим действием, в этом нам помогает наши давние партнеры. Это заместитель руководителя ВДНХ Александр Александрович Тарасов, который здесь был первый, увидел смысл в создании этого храма. Для нас это, конечно, не подъемная история, но профессионалы говорят, что это возможно. И сегодня с нами наши также давние партнеры, это строительный университет, студенчество, это та молодая кровь, которая действительно будет продолжать это дело. И вот эти новые навыки и компетенции, это то, что необходимо не только нам, но и строительному университету. Вот это партнерство и соработничество, сотрудничество, это тот необходимый толчок, с чего начинается любой неподъемный проект. Мы сегодня проводим такую, в общем-то, довольно уникальную операцию по сканированию объекта культурного наследия. Другими словами, мы просто делаем обмеры, включая все элементы и дефекты, которые присутствуют данному объекту. Это позволяет
Первое, составлять дефектную ведомость, описывать те дефекты, которые те проектировщики, которые будут разрабатывать проектную документацию, описывать эти вопросы, а также точность сканирования, она настолько высока, что никакой ручной труд не сможет сравниться с этими новыми технологиями. И, ну, вот, в общем-то, результатом нашей работы будет не просто как бы облако точек, а уже полноценное, объемное фотогранометрическое такое изображение, причем в цвете. Вот современные технологии позволяют выполнить исключительно уже не просто как бы выдавать архитекторам, как я уже сказал, облако точек, а уже выдавать практически готовый продукт 3D-модели. Мы наконец-то познакомились с технологией лазерного сканирования. В Пензе она не распространена, очень доступа к ней нет, тем более у студентов. Вот, и нам так повезло, что привезли вот московские коллеги и пригласили нас посмотреть это в натуре, как это делается. Замечательный опыт. Я надеюсь, мы завтра еще проведем лекцию у нас на базе кафедры и узнаем еще подробнее. На кафедре дизайна у нас будет в этом году диплом по восстановлению интерьера, собственно, пластики. И вот Татьяна Кудинова будет делать эту работу. Собственно, результаты сегодняшнего сканирования вот передадут ей в виде файла облако точек. Вот, она будет его обрабатывать и, собственно, восстанавливать. Надеюсь, мы сохраним вот все то богатство, которое там сейчас осталось, еще пока осталось. Да? Надеюсь, что восстановим, и у нас будет вот такая вот цифровая копия. В 2022 году на архитектурном факультете уже состоялась защита дипломов по реставрации Успенского храма и ландшафтному дизайну прилегающей территории. А возможности лазерного сканирования позволили студентам приступить к работе уже над третьим дипломным проектом по храму Калинина. Интерьером будут заниматься лепнина и барочная, воссозданием реставрации. Вот. Ну, просто визуализацией, что там было. Вот. Но в основном, да, интерьером. Алла Геннадьевна предложила, вот, я решила попробовать, потому что кажется интересным и красивым. Ну, конечно же, невозможно создание такого проекта без строительного университета, поэтому первый, кто откликнулся на идею создания таких проектных альбомов, это строительный университет, у которого уже была прекрасная практика подготовки таких проектов, прежде всего, Спасского кафедрального собора. А студенческий ресурс, он тем и хорош, что ребята не только соприкасаются с историей самих культовых объектов, то есть храмов, не только черпают для себя новые термины, новые компетенции приобретают, но и создают действительно качественный очень продукт. То есть создание эскизных альбомов, регламентных альбомов с исторической, именно с историческим изучением этих храмов, это является частью, большой частью работы строительного университета. В строительном вузе уже несколько лет работает творческая мастерская «Каменная летопись», основная задача которой – подготовка регламентных альбомов реставрации храмов в рамках дипломных работ. 7 таких альбомов были переданы губернатору Пензенской области в рамках подведения итогов форума «Золотое кольцо Сурского края». Один из них – проект реставрации Богоявленского храма города Пензы, уже воплощен в жизнь. Одним из итогов лазерного сканирования Успенского храма в Калинина стал третий дипломный проект по данному объекту. Работа в этом направлении на кафедре дизайна архитектурно-строительного университета раньше никогда не делалось, так как кафедра занимается современным проектированием, дизайном среды и интерьера. Поэтому попытку подобной реконструкции старинной лепнины студенты предприняли впервые. Так как это
по-моему, единственный в области. Такой богатый интерьер в стиле рококо. Очень хотелось к нему прикоснуться, попробовать порисовать его. И, собственно, наши студенты как раз имеют эту подготовку. Эта база им дается, то есть и рисунок, и живопись. И с удовольствием Татьяна Кудинова взялась за это, за этот проект. И ее компетенций вполне хватило. Сначала был произведен большой блок предпроектных исследований на самом объекте, в том числе 3D-сканирование, которое позволило выполнить картограмму утрат на объекте, а также произведена большая архивная работа по поиску аналогов. На чем она работала, да, перейдя к проектному, собственно, предложению? Мы все знаем этот храм, собственно, по лепнине, сохранившейся на своде алтаря. Вот это заглавный наш, заглавный кадр. Картуши, такая вот череда картушей над оконными проемами и, собственно, вот уже в конхе апсиды, они сохранились достаточно плохо. Нам пришлось поискать фотографии. Вот краевед наш Дворжанский очень нам помог. То есть на тот момент, когда, по-моему, 2002 года его фотографии, они нас здорово выручили, то, что утраты с тех пор увеличились значительно. Например, лепнина в трапезной на восточной стене, вот здесь вот, утрачена сегодня совсем, вот, а на его фотографиях ее видно. И на сегодня там сохранились следы от креплений, собственно, вот этой пластики самой. И по этим следам удалось нам восстановить сам абрис. Вот, и обращаясь к аналогам, да, и вот к сохранившимся картушам, удалось как раз восстановить вот этот вот рисунок. Основная работа студентки шла над лепниной, сконцентрированной в апсиде, а также сводом в центральной части, украшенным лотками с панелями. Были отрисованы линейные элементы, все карнизы, межоконные проемы в апсиде, а также в трапезной части. Была принята концепция неполного восстановления. То есть, вот вы видите на этих кадрах трапезная предложено как бы не восстанавливать штукатурный слой. Это вот такой вот подход как бы правдивости, да, показать. То есть мы восстанавливаем утраченные фрагменты кирпичной кладки, то есть докомпоновываем там выпавшие кирпичи, да, работаем над укреплением этой кирпичной кладки, то есть это все вот у нас описано. И специально вот докомпоновку показываем контрастным цветом кирпича, чтобы был виден масштаб вообще утрат, чтобы было ощущение вот этого времени. То есть мы оставляем открытую кирпичную кладку, восстанавливаем лепной декор, так как у нас есть достаточная информация на эту тему, и в этой части устраиваем, да, какую-то вот временную выставку. Да, какое-то, то есть выставочное пространство. Сохранился фрагмент штукатурного слоя с колером, да, историческим. И мы попробовали, вот наша версия такая, в таком вот небесном цвете, васильковый цвет рококо. Вот он близок к тому, что было. Ну и, собственно, вот такая контрастная трапезная. То есть нейтральные абсолютно полы. Вариант восстановить свод, там, цилиндрический свод, да, ну, здесь вот она предложила даже свод не восстанавливать, так как он утрачен сейчас целиком, таким образом. Собственно, вся лепнина, картуши, все элементы были очерчены очень детально и подробно, на это было потрачено, то есть работа велась целый год. Потрачено достаточно много времени, отрисовано это все, выстроено в 3D. Но есть куда дальше двигаться, то есть работы еще много. То есть это вот первая такая попытка нашей кафедры. Конечно, студенты делают проект не в том виде, в каком он необходим для восстановления храма. Но эскизная подготовка – это важнейшая база, с помощью которой будущий предполагаемый вид храма может в том числе заинтересовать и потенциальных меценатов. Стало ясно после его защиты, что нужно продолжать дальше. Появились другие участники этого проекта, и прежде всего это ребята, которые хотят
разрабатывать туристические маршруты. К нам присоединился Пензенский государственный университет, кафедра туризма. На его базе мы готовили туристические маршруты совместно с Министерством культуры Пензенской области, куда вписывали наши не только уже существующие жемчужины, наших религиозные, это Троица Сканов, монастырь, это храмы и монастыри, которые уже воссозданы, но и аккуратно вкрапляли туда те храмы, которые еще предстоит воссоздать, и прежде всего вот этот храм в селе Калинино. Предложения координаторов проекта вызвали живой отклик у молодежи, которой интересно узнавать историю своего края через историю подобных храмов. Невозможно познать этот мир, не научив детей смотреть на этот мир глазами духовными. И история подключения детского направления в этот проект, она тоже появилась очень естественно. Дело в том, что однажды мы захотели поставить памятник всем пострадавшим в годы гонений, и нам ответили компетентные органы, что вы сначала воспитаете поколение, которое будет чтить своих предков, а потом уже мы поговорим о том, что должно стоять. И после этого запустился конкурс, который называется «Церковь в истории Пензенского края. Сохраняй духовное наследие», где ребятишки с 7 лет фактически изучают историю храма, историю человека, который строил этот храм, историю места, где построен этот храм, собирают воспоминания своих родственников. И таким образом они приобщаются, раскрывают глаза на свою историю через личные отношения. Уже сейчас около 500 человек поучаствовало в этом направлении. Как нам кажется, это вот та основа большая, которая затем и сформирует общую картину действительности. Все это было бы невозможно без объединения сил власти, общества и церкви. По словам координаторов, этот проект должен существовать именно на общественной площадке. Вот то, что вы здесь сейчас видите, конечно, это не дело одного года, чтобы довести от этапа изучения его истории через создание альбомов, через создание туристических маршрутов до момента его создания должно пройти время. Это время должно быть плодотворно прожито. Оно должно изменить сознание наших соотечественников. Должно вырасти, наверное, новое поколение людей, как нам и сказали, которые чтят своих предков. И вот это поколение, как мне кажется, именно вот здесь, в этом месте, на месте упокоения первого губернатора, и видит сейчас весь трагизм и в то же время красоту истории России. Да, она трагична, но, с другой стороны, это огромный потенциал для того, чтобы сердце этого места забилось. С каждым годом храм утрачивает все больше и больше своих неповторимых частей. И кому, как не потомкам, в том числе первого пензенского губернатора, взяться за это дело. Если у человека есть душа, то у каждого храма есть свой ангел-хранитель, который незримо присутствует всегда после освящения. Этот храм ждет его воссоздания, ждет того, что вот несмотря на 100 лет его разрушения, мы видим, все еще стоит. Не возродив здесь место и не упокоив первого губернатора, мы не сможем говорить о том, что наша губерния имеет свою историческую преемственность.
И успешный пилотный проект воссоздания интерьеров руинированного храма – залог дальнейшего расширения сотрудничества с Университетом архитектуры и строительства. И один из кирпичиков – фундамент комплексного проекта по возрождению старинного храма в Калинино.